И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Робби и много подписчиков. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Sandbox. Всем привет! Ну что, сегодня мы сделаем необычный ролик. Сегодня мы сделаем так, что не я буду ставить волны аниматроников, а подписчики. Так будет намного интереснее. Если вы хотите с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. И если пьете и кушаете, приятного аппетита, не забывайте подписываться, веселиться и угорать. Ну что, Серега, давай ты будешь первый делать волну давай. Жесткую. О, вот так вот, да? Давай побольше. Ну куда? Ну что ж ты, на счет 3 спрыгнем, давайте. О, знаете, что мы потом заюзаем? Метеоритный дождь. Аллилуйя. Так, а что все сюда? Вы что за нами бегаете? Так, о! Кушать хотят. Я хочу кушать. Давайте проверим, в воду забегут они или нет. Кстати, вот это очень интересно. Ребята, поставили на 8 игроков. Теперь в наших роликах будет намного больше участвовать подписчиков. Они из рандомных людей. Они взрываются, Серега, смотри. Да ладно, да как? Этого раньше не было. Или было? Было. Было. Всегда было. Смотри, было Димас, всегда. Идет куча. Идет ара. Кстати, прикольно. Эй, Фредди, тебе сейчас посрачника дам. О, по спине ему лупашу. Давай, лупаши. Ребята, давайте мочите его монтировками. Воу, это было эпично. Пришла. Так, ладно, Виктор Кошак, давайте мы летим. А, еще пару челепиздриков идет. Давайте к нам все. Так, давайте воду маните их, заманивайте воду. А в следующую волну не будем уже воду забегать. Так будет неинтересно. А то они взрываются реально жестко. А то это жульничество какое-то. Да-да-да, это читерство. Так, еще один остался челепиздрик. Давай, воду иди. Димас, плюштрапы идут. Так, пошел. Что-то слабо. Что-то очень слабо. Давай еще кого-нибудь. Плюштрапы будут под водой или нет? О, давайте проверим. У-ху-ху-ху, рыбкой. Так. Они под водой. Да ладно. Че, серьезно что ли? Да. Ой, больше не ставьте, у меня что-то подвисало немножечко только что. Воу, кошмарные. Ой-ой-ой-ой, он за мной бежит и очень быстро. Задним ходом Бенни хопим. Эй, он под водой бегает. Смотрите, ребята, я плаваю, они подо мной. Классно, Серега, а что ты ноги поджал? Боишься? Да, укусят еще за жопу. Или за ногу затянут. Давайте, ребята, попробуем под водой умереть, что будет? Я по воде хожу, как вы. Да ладно, ты крутой. Они меня не... А, не, трогают. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно. А, вот зачем я полез, если я уже проверил, что... Балди, живи... Как это я под песком? Так, тут куча столов уже с вредьками гоняются. Так, что-то слабо, что-то... А, они все под водой, что ли, теперь тусуются? Они все померли. А вы все померли? Они все померли. Они что ли под водой умирают все-таки? Ну да, пропали. Ладно, давайте кто-то из подписчиков, давайте, знаете, сундук, давай ты ставь аниматроников. Давайте будем новеньких людей привлекать. Пусть покажут свое умение удивлять. Во, кстати, вот это мне нравится, давай, чикай кошака. Не-не, не меня, я очень добрый пока, мисс что. Так, сюда. Фиолетовые говнюки. Нормально. О, молодец, давай. О, пошла жарища. Чик. Головешки. Головешки. А меня сожрали. Так, воду не будем прыгать, будем все-таки вот так как-то подбенихопивать. Ты когда в толпу ставишь сундук, они не бегают. Ой, Golden Freddy, Виктор. Аниматроники как-то в горочку медленнее бегут. Кто-то упал, Сережка! Я живой, это Пикачу. А Пикачу. Головашка. Паркуришка. Бежим. Оп. Блин, прям на режек залез. Так, давайте. А, за мной две головашки бегают. Блин, мне так нравится, не знаю почему, но мне нравится, получаю удовольствие сейчас. Вся карта живая, прям сандбокс у нас настоящий. Короче, давайте мы немножко разрядим обстановку. Мамочка. Бум. Ладно, пошутил, давайте жестче. Это была разогревка. Они сзади. Пацаны, прощайте. Давайте, кто выживет, тот красава. Метеоритный дождь. Аллилуйя. Да, ты эту песню знаешь. Я живой стал. Двойной испуг. Оверлей. Ай, балун бой, отвали. Чё, вот это метеоритный дождь такой слабый был? Да. Не понял, надо исправить.
Еще разок. Я хочу, чтобы кого-то убило еще из NPC-шек. О, я в здание пойду. Серега, в здании можно прятаться. Во, четко. Бум, вот. Ребята, ты что, класс? Мне нравится. Надеюсь, вам тоже поставить лайкос. Я такую штуку сейчас поставлю. Ты ее помнишь. Моя любимая. Сейчас тут еще кишки у нас лезут. Ого. Блин, жахнуло жестко меня. Шары смерти! Бегите, глупцы! Они, кстати, просто красивые, но не сильно моча, да? Не, нормально. Так, еще не все убились. Давайте хоть немножечко по голове постреляем. А сколько у них жизни? Серега, ты знаешь, сколько жизни у фиолетовых челиков? Бум! Ну это жестко, пацаны, очень жестко. И мне это нравится. Умри. Коша, как эти... А, я думал, то я тебя убил. Чё, все? Не, меня фиолетовый. Голова. Голова летает. Ты как она отлетела? Ладно, пацаны, я взял монетку, я немножко разозлился, но не будем больше этого делать. Я прыгаю просто вниз. Шпион. А, они вниз не прыгают, они обходят. Понятненько. И ну раз так хочется их жахнуть. Так, может давайте какое-то оружие будем использовать, такое простенькое, чтоб не имбовое. Давайте дробаш из Half-Life. Дробаш из Half-Life нормально рулит. Так. Отвали голова. Ох, я из дробаша вырубил. Не, спауны, пацаны, не надо. Давай, удаляй их спауны. Сундук. Давайте я карту очищу, все живые? Да. Так, ребята, следующий у нас будет ставить. Айм Пикачу, давай, доверяем тебе. Сейчас, наверное, что-то он замочит жестко, я уверен. О, я этих аниматроников знаю. Крутые, очень классные. Они же такие звуки прикольные издают. И что, вот это сразу ко мне ты бежишь? А что это такое ты кинул? Шары! Не, не шары. Ого, их наставил. Давай еще, мне мало. It's more. Что это за пингвины? Не, пингвинов не надо ставить, удали их, потому что они делают скримеры, их тяжело убрать. Пингвины не катят. Давай еще кого-нибудь... О, обезьянки! Чи-чи-чи, давай, погнали. А с паркурчиком. Я не советую так много таких аниматроников ставить, а то плохо будет. Кому? Серверу. Твоему, да вроде нет. Твоей игре. Не, 60 FPS, чётенько. Может вылить. Может, ну, навряд ли. Мы в конце постараемся сделать, чтобы вылетело. Я знаю, Серега, ты знаешь много методов крутых. Да. А эти аниматроники взрываются в воде? Нет. Нет, да? Там макаки бегают. Так, надо стоп-сон заготовить. Оп, есть. А, но все равно этот звук идет. Это за то, что они бегают. Так, не понял. Давайте, короче, возьмем дробашончик. И раздуплим. Классно, они бегают очень быстро. Уже с разных сторон. Так, заряжаемся. Так, тот с мечом лазерный бежит и по жопе лупит. Давай, лупаешь его. Ее. Блин, убили. Ой, какие-то артефакты, вы видите? Что это за вакханалия? Ты убил макаку. Макака есть. Давайте дробашами по спине. Сзади, сзади, Димас, хочет обойти. Помощь нужна. А, ты хочешь что-то жестокое сделать? Орбитальный удар. Давай, погнали. Ой, блин. Бегите! Только не меня, не меня. Так, четко ты изжег, красавчик. Так, давайте еще поубиваем. Добьем уже этих. Блин, мне так нравится так веселиться. Бум. Да смотри, что делает, а. Ядерку уберите, не надо. Ядерку рано еще, пацаны. Ух, еще прятом я умер бы. Ай-яй-яй, беги, поступь. Эх, сжег кишки из жопы. Ой, простите. Ничего страшного, так интереснее. Блин, классно, так небо высоко здесь. Прям вид. Ай-яй-яй. Так, надо какое-то оружие серьезное взять. Это все шутки прочь. Пора наказывать их. Так, давайте, ладно, давайте монетку по старой схеме. Мне так нравится это оружие. Бум! Да как? Они не убиваются, что ли? Я на них винчестер припасен. Они не убиваются, почему? Димас, может мне воспользоваться уже этим моментом? Давай, покажи силу взрывной бомбы.
Так, ребята, они прям подо мной плавают. Я им живым не дамся. Возле них поплаваю. Я будет мясо. Давай, 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 мы ждем. Серега, взрывай уже что-то там мощное. Ух ты! Вот это эпичный взрыв. Ой-ой-ой-ой-ой, все залагало, ребята. Рабочий стол. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!